Коллектив театрального творчества «Белокаменские вареники» поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества и желает хорошего настроения. 23 число незаметно подошло. Что подарить мужчинам на праздник? Вот в чем вопрос. Дай ногой, закрути-ка вверх усы, я дарю тебе трусы. Ну а к ним трюков нагрузку. Да, пожалуй, на закуску подарю я коньячок, чтоб ты праздник справить мог. Жаль, у Жени нет усов, но запомни, без трусов жизнь, поверь, гораздо хуже. Так что мой подарок нужен. Кошелечек поясной будет пусть как запасной. Коли к югу соберешься, в нем деньгами запасешься. Посмотри, Сергей, на братца. Больше всех трусам он рад. Так что некуда деваться, получай, как младший брат. Ты трусы слегка поуже, но поверь, они не хуже. Маечку возьми в придачу, ее дали мне на сдачу. Мои милые мужчины, вы защитники мои, и сегодня нет причины чувствам не скрывать свои. Слава русской стороне, слава русской старине! И про эту старину я рассказывать начну. Илья Муромец, ты в курсе, что у нас, пацанов, сегодня праздник, 23 февраля? Это ты говоришь, пацан. А я мужчина, защитник Родины. Илья, а можно я тоже здесь постою, с тобой позащищаю? Постой, пока. Чё тихо? Может, позвать врагов-то? Да мы вдвоем им так накостыляем. Враги — это те, кто сами приходят, да и зло творят. А остальные — супротивники. Илья, а ты знаешь, я вегетарианцем стал. Я теперь только капусту ем. И что? Питательно. Илья, а может пойдем на деревню? Там девчонки гуляют. Женатый я. А что ты хочешь, чтобы тебе подарили на 23 февраля? Внук, чтобы всю страну видеть издалека супостата обнаружить. И мне тоже бинокль хочется. О, смотри, кто-то бежит. Враг, наверное. Да нет, это белокаменские девчонки бегут в клуб своих пацанов поздравлять. А что-то бегут они в припрыжку? Так холодно же. Вон, смотри. Точно, враги. И раскраска-то у них какая боевая. Это девчонки из города приехали. Тоже бегут в сельский клуб наших пацанов поздравлять. А что они, Илья, а что они там делают в клубе-то? Концерт. Тогда я тоже побегу, посмотрю. Ты там смотри. Конечно. Oh.
СМС, пишут. Меня на праздник пригласили. Как не уважить? Пойду. Как писал великий Александр Сергеевич Пушкин, сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Три девицы под окном размечтались вечерком. Поскорей бы выйти замуж, надоело девкам прям уж. Только за кого попало, выходить бы я не стала. Я пошла б за бизнесмена, как за каменную стену. Полюбился маме зять, только где ж такого взять? Ну а я наверняка вышла бы за моряка, а пока он плавал в море, я жила б, не зная горя. Моряков-то нынче нет, это просто раритет. Вот бы выйти за военных, сильных, необыкновенных, я бы счастлива была. С парнем крепким, как скала. Размечтались мы, девчата, измельчали все ребята. На диване им валяться, да футболом любоваться. Ох уж эта молодежь, всем вам замуж не втерпешь. В разговор позвольте влезть, знаю я, где парни есть. Ни один, ни два, ни три. Где же это? Говори! Посмотрите-ка сюда, здесь ребята хоть куда. Не вояки, ну и что ж, каждый статен и хорош. По персоне на сестру. Чу! Я этого беру! Мне вот этот приглянулся. Мне вот этот улыбнулся. Все ребята хороши, прямо праздник для души. Девчата, вы почти правы, сегодня праздник, и это праздник наших замечательных мужчин, сильных, смелых, упорных и уверенных в себе. Поэтому давайте поздравим их от всего сердца. С праздником! Ни моряк он, ни танкист, и не повар, ни связист, и отнюдь не пулеметчик, а наш добрый, славный банкир. Три девицы под окном сидели поздно вечерком. Как меня позвал бы замуж наш прижимистый банкир, я поджала его яхту и объездила весь мир. Как меня позвал бы замуж толстый маленький банкир, забрала б его я карты и объездила весь мир. Поднялась тут с дивана третья дама без изъяна, гордо глянула вокруг и сказала для подруг: как бы вас бы позвал бы замуж наш банкир, вот зашибись, ему пришлось бы для начала со мной, с женой развестись. С
словно ветром тихо сдуло, двух подруг под видом дула. Вот так спасается семья. А тем временем в сказочном лесу. Зачем ты нас собрал, медведь? Кощей Бессмертный поручил мне посмотреть, готовы или нет отбить врага. Ты что-нибудь поняла, Яга? А кто, скажи, на нас нападет? А вдруг какой-нибудь дракон сюда придет? Или вампиры прилетят из дальних стран? Им должен быть отпор достойный дан, чтобы драконов и вампиров не бояться. Военной подготовкой надо заниматься. Я, например, умею щекотаться. Как прыгну на врага из камышей, так в пятки у него уйдет душа. Потом злодея я начну щекотать. Увидишь, сразу бросится бежать. А я возьму и огрею его метлой. Чтобы знал, как драться с бабой Ильгой. Они в моем лесу заблудились, а я им тут сюрприз поднесу. На них из чащи выскочу бревном. Они слезу и бросятся бегом. Ой, ну все это, конечно, хорошо. Но чтобы враг уж точно не прошел, нам надобно занятие провести. Ты, друг медведь, меня прости, но учиться с детства не люблю. Ну ладно уж, для дела потерплю. Итак, начнем занятия в нашей группе. Вот ты, Игорь, летать умеешь в ступе. Ты будешь изучать воздушный бой. Потом позанимаемся с тобой. Ходить ты будешь в штопор, делать петли. Там для меня другой работы нет ли? Яга, не бойся, станешь ты пилотом. Гордиться будем мы воздушным нашим флотом. А ты, Кикимора, и друг твой водяной, зальете змея Горыныча водой. Коли на нас он вздумает напасть, ему потушите вы огненную пасть. Мы будем воду ведрами носить, так пламя никогда не погасить. Скажи Кощею, чтобы он привез шланг подлиннее и большой насос. Коль враг по лесу будет проходить, дорожки леший должен завалить упавшими древесными стволами. Я наколдую все волшебными словами, врагам глаза и отведу, они в лесу дорогу не найдут. На Анас валяником и бурелом я их лес огорожу, как чистоколом. А чтобы сильным стать и ловким, займемся мы спортивной подготовкой. Вы без нее, врага, не победите. Теперь постройтесь и за мной бегите! Поздравляем с 23 февраля! Боевого духа, положительного заряда, стремления к лучшему и только к победе!